Для теста на пирожки нам понадобится теплое молоко. Все пропорции напишу под видео. Добавляем сюда же сахар, мокрые дрожжи, добавляем соль, сварили дрожжи, начинаем вводить муку. Добавляем муки столько, чтобы не липло к рукам. Тесту добавляем растительное масло. И еще вымешиваем. Вот такое тесто получается. Мягкое, нежное. Отправляем в теплое место, для того, чтобы оно подошло. Итак, тесто наше подошло. Не знаю, мы его еще туда. Смазываем руки маслом и поверхность, на которой будем готовить. Делим на такие вот кружочки. Берем каждый кружочек. Разравниваем руками. Можно скалкой, можно руками. Абсолютно любую начинку у меня будет с капустой и с картошкой. Обжариваем с двух сторон на растительном масле. В свежем виде такие пирожки получаются очень хрустящие. Тонкое тесто, много начинки. Когда остынут, тесто не резиновое, очень мягкое и нежное. И вкусные, даже холодные. Надеюсь, вам понравился такой рецепт. Готовьте, пробуйте. И всем приятного аппетита!